заброшенные конюшни усадьбы Ивановская. Ой, блин, ногу подвернул. Туда мы входить не будем, там воняет мочой, так что зайти невозможно. Сюда возможно, если наркоманов нет. Само по себе место не очень хорошее, тут тусуются всякие алкоголики, наркоманы. Стрёмное место. Когда-то давно, да, когда был мелкий, в школе еще учился в детстве, я здесь с друзьями доходил, гулял. Но как только кто-нибудь тут появлялся, сразу приходилось бежать. Потому что, как я и говорил, сюда ходят только одни неадекваты. Быдло, гопники, наркоманы. Я сюда заглянул чисто ненадолго показать вам это место и по-быстрому отсюда сваливаю, потому что находиться здесь никакого желания у меня нет. Сама усадьба сейчас работает, там музей. На обратной дороге я вам ее тоже покажу. Мне всегда пугала вот эта картинка, когда я мелким был. Выходишь, я сказал, а там глаз. Тут повсюду жужжат мухи. Прям гул такой стоит. Не знаю, слышно или нет на видео. И вонища такая, что я дальше не пойду просто. Там или кто-то сдох, похоже, или в туалет сходил, или то и другое, по-моему. В общем, вот так. Но, насколько я помню, это не основной зал. Ведь есть же где-то еще. Где-то же есть еще. Нет, это вонища такая. Вон. И всякие стрёмные картинки. Но я думаю, и этого хватит. Сейчас пытаюсь поискать еще один зал. Если найду, но не обещаю. Вонь такая, блин. Не, пожалуй, все. Я на выход. Тут невозможно находиться. Тут вонь такая, что все. Фу. Блин, там мужики какие-то стоят. Ну, в общем, вот так.
все.